Как делишки? Дела прекрасно, у тебя как? Да нормульненько. Кстати, как думаешь, какой цвет мне можно волосы покрасить? Да, это каждый задаст вопрос. Не, я реально хотел, просто передумал, потому что думаю, что портить. Не сильно испортишь. Да? Да. Я хотел, короче, выделяться, но типа я же музыкант, надо как-то придумать. Ты музыкант, что? Ты сейчас с гитарой? У тебя Так ясно. каподастр в руке? Я на каподастре играю, кстати, да. Это мой инструмент. На каподастре? Да. По красоте играешь. Вообще. Тебе такое лицо знакомое. No, God, please, no, no! Ты сказали, что у тебя Чё? акцент красивый. А, ничего окончание. себе. Я и не замечаю. Какой же он? Окончание слов. Ты татарин? Да. Нифига себе! Я их узнаю, господи. Что там, татарка лежит, что ли? Блин, а как ты это У сделала? него окончания татарские, звуковые, Да? звучат, да. Это как-то выделяется? Я просто не Да, замечала. тут должна была быть вставка, типа, безумно можно быть безумно можно быть А ты же не ну, типа, вот. замечала, что у татар Да, есть у башкира татар, у них особое окончание слов. Раскусила, да? Ах ты. Кошмар, ты такая умная тетка. Покажись, кто ты? Умная тетка. Она лежит в пижаме и не хочет. Это все один человек. Я просто это... Змей Горыныч. А, да, как я не мог додуматься? Я dead inside. Нет, сегодня было гораздо больше людей, которые дрочат. Да, согласен. Я 2 часа жизни убил просто так, впустую. Реально прям в открытую. Прям в открытую нам раз очень. Тебе Убили. нравится, когда в открытую или когда прикрывают? Или когда просто шебуршание по одеялам есть, и тебе пишут в чат, ты дрочишь? Да. Мари, еще на чем можно играть? Знаешь, что такое? Ой, Это это гармошка? нет, это не Нет. гармошка. Я знаю, как она называется. Что? Боже, это не гармошка. Она. У тебя снова этот голос, Да. Это не который гармошка. слева от тебя, да? У тебя в левом мозгу татарка живет, ну ё-моё. И башкирка немного слева. А, Не еврей. точно. Не еврей. Да. То есть у тебя не демон и ангел, а татарка и башкирка. Зайцы, Два башкирка. перманентных состояния в этой жизни, татарка и башкирка. Далеко ушла. Жесть. А это губная Я гармошка, же правильно? сказала, это не Нет. Ну тогда гармоника. Так лучше? Нет. А, я перепутала с другим, там струнки. Да. С чем перепутал? Там струны. Я с другой перепутала, на той струны. Да? Да, в рот засовываешь, там струнки такие. Oh my. В рот струны засовывать? Я впервые Нет, ну слышу такой там стиль. она выглядит как гармошка, но там еще струны такие. Такое себе вид извращения засовывать себе струны. Ё-моё. Может быть, сегодня сделаем это здесь. Какой-нибудь есть гитара, струны, а? Как ты вот это засунешь в рот? А, я знаю как! Я знаю как! Я вспомнил. А, нет, я же... Вот так вот, да? Нет. Поменьше. А, я понял, что это. Варган, что ли? Кубыс, типа. Да-да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Что? Варган, вот этот дунг-линг-линг-линг. Ну, в рот засовывать же Да, здесь. да, 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 да. Ребята, небольшое объявление, не переключайте. Нам нужны креативщики, фотошоперы, которые умеют делать крутые посты и мемчики для группы ВКонтакте. Мы решили группу немножко реанимировать, поэтому сейчас вы там найдете прикольные, забавные мемчики на тему канала, гитары и музыки. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Хижина музыканта также написана. Очень удобно дрочить, кстати. Ну, им, наверное. Дрочишь музыкальное сопровождение. Музыкальная дрочка. Да, я так сказал, как будто я так делал. Типа, чем ближе к концу, тем писклявишься. Тем все выше ноты. Ага. Че в итоге? Смотрите, что можно сыграть вот этой штучкой. Вспомнил про
это уже когда это кончил. Это Макс Кот? Да. Так он до этого говорил. Я пропустила этот момент. Таня, ты... На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. О, пацана, не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам, нужно расстаться нам. Но нам время, значит, ненадолго, не на неделю и точно не навсегда. Ты такая умница. Нет. О, а так усы, кстати. Ну а потом идет опять этот... Блин, из-за вас сейчас каждый раз, когда я играю очень высокую ноту, мне приходится смеяться. Ужасы, доиграть невозможно. Нужно всегда по жизни брать высокую ноту. Безумно можно быть первым. Привет. Привет. Пати очередная. Только что видел девчонку с синими волосами. Она говорила, хочу фиолетовый. И как раз я встречаю. У вас пижамная вечеринка, да? Нет, у нас алкоголь. Ну, это тут туда же входит, короче. Да. Могу спеть вам что-нибудь? Давай. Давай. Назовите, кого вы вообще предпочитаете слушать. Что? О чем? Кого сами слушаете? ЛСП, Фараон, 2017 год. Ага, ты там застрял, получается. Турбина туриста. Кто еще? Ну-ка, ну-ка. А этот трек ты помнишь? Сейчас. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад. Ты улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Мне бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять. Но, блядь, не верится в это. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Мне бы ракетой улететь на другую планету, и чтоб, блядь, перестал знать это. Нелепое тело, что тупо болит. Очистился. Очистил легкие от воздуха. Ну что, уже слышу ваши причитания по поводу, почему я спел всего лишь две песни. Ребята, редко попадаются такие душевные люди, с кем можно прямо поболтать долго-долго. Поэтому, если вам понравился данный выпуск, обязательно поставьте лайк. Я думаю, он поднял вам настроение. А остальные все реакции я выложу в отдельном ролике, потому что их там тоже много. Основной выпуск смотрите по ссылочке в описании, в закрепленных комментариях на канале Хижина Музыканта, потому что это все-таки неизданные реакции были сейчас. И увидимся!